Теперь наверняка все будет хорошо. Надпись креативных горожан на заборе у Зеленого острова оказалась пророческой. Парк, за который мечи болеют всем сердцем, стал лидером голосования и оказался первым в очереди на благоустройство в 2020 году. На общественном совете в городской администрации подвели итоги народного голосования в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. За Зеленый остров свои голоса отдали почти 20% горожан. Там необходимо не одну сотню миллионов рублей вложить в благоустройство. Конечно, необходимо там делать и велодорожки, и пешеходные дорожки. Там есть, но этого недостаточно. Развивать, вот о чем Аркадий Юрьевич говорил, это прибрежную территорию. Сегодня она в аварийном состоянии, да, и вы видели, что там уже в следующий день забором она обнесена. Необходимо делать и площадки для выгула собак, необходимо делать какие-то по видам спорта площадки тематические. За площадь напротив Омского дома дружбы проголосовало 14% омичей. Эта территория стала второй в очереди на благоустройство. Замкнула лидеров городская поляна в первом микрорайоне Кировского административного округа. За нее отдали голоса 12% горожан. Как отмечают в мэрии, в этом году омичи активно голосовали не только в интернете, но и лично в окружных администрациях. На сегодняшний день, да, формирование комфортной городской среды – это уже национальный проект, в котором город Омск участвует уже третий год, вот следующий будет четвертым. Впрочем, то, что выбрали лидеров, не значит, что другие территории, которые набрали меньшее количество голосов, благоустроены не будут. Всего в списке было 15 общегородских пространств, и их реконструкция зависит от федерального финансирования, объясняют в мэрии. При крупной дотации средства распределят на все объекты. Дизайн-проекты будут согласованы с местными жителями, их пожелания учтут в первую очередь. Проекты планируют предоставить на суд общественности уже осенью 2019 года. Национальный проект формирования комфортной городской среды реализуется в регионе уже не первый год. Всего в 2019-м в Омске будет благоустроено 13 объектов.